Весьма занятную статью прочитал, пока находился в отпуске. Так сказать, очередного азеропропагандистского зуда. Статейка называется «Отличие жителей Нагорного Карабаха от остальных армян. Исследование ДНК». Давайте сначала рассмотрим ее. Статейка маленькая, из разряда «Дитя в песочнице». Я процитирую, затем обсудим. И чтобы не напрягать вас, цитировать и обсуждать будем кусками. Итак, жители Нагорного Карабаха или Арцаха, как в древности назывался этот край, со стороны кажутся точно такими же, как и жители остальной Армении. Но сами они явно чувствуют свое отличие. Это касается не только языка, точнее диалекта. Считается, что говор карабахских армян пестрит словами, заимствованными из тюркских и иранских языков. Это явление объясняется длительным влиянием соседних культур на проживающих в этой местности людей. Есть различия и в женских национальных костюмах. В одежде карабахских армян преобладают красные и зеленые цвета. В мужской одежде, по-видимому, различий не наблюдается. Во-первых, чертовски рад, что в Азербайджане таки усекли, что древнее название Нагорного Карабаха – Арцах. Это похвально. До недавнего времени в Азербайджане термин «Арцах» также было страшно произносить, как имя Иегова некоторыми святыми отцами. Во-вторых, армяне Армении и Арцаха никогда не чувствовали свое отличие от остального армянства. А с таким же успехом можно сказать, что армяне Грузии чувствуют свое отличие от армян Армении или армяне Краснодарского края, Ближнего Востока и прочего. Чувство отличия, если и есть, то это историческое, не генетическое. Все они развивались врозь со сложившимися собственными диалектами. Но никто из них не считает себя отдельными от общеармянского континуума. Армяне, как народ, сформировались за несколько столетий до нашей эры. Сформировались из ряда близких географически и родословных народов. И стали называться армянами. Чтобы вы понимали, как это давно было, приведу пример азербайджанцев, кои сформировались 100 лет назад. А ранее их просто называли собирательным названием «кавказские татары», куда входили любые тюркоязычные этнические группы Кавказа и Закавказья, по большей части шиитов. Более того, еще когда предки современных тюрок жили на Алтае и в Сибири, поклонялись богине Умай и татаро-монгольскому богу Тенгри, армяне уже назывались армянами. Жили от Арцаха до Каппадокии. Азербайджанцы же, хоть и стали закавказским народом и приняли ислам, тем не менее до сих пор от алтайского своего континуума отойти не могут и называют бога Танры, как их предки на Алтае, называвшие Тенгри. Так что армяне Арцаха, Армении, Грузии, России, Ближнего Востока, Франции и прочего были, есть и будут одним народом со своими диалектами. Есть один литературный для всех их армянский язык, а диалекты – это диалекты. К примеру, есть один литературный арабский для всех арабов, а есть диалекты арабского языка – Машрикия, Магрибия, Сахель, Масрия, Емния, Халиджия. Но все они вместе взятые Аль-Арабия. Далее по диалекту арцахскому. Уверен, то, что я сейчас скажу, не то, что азербайджанцам, но и многим армянам неизвестно, так как подобные мелочи в языке могут определить лишь лингвисты, филологи. Да известно ли вам, что литературный армянский язык даст фору многим языкам, так как он имеет очень мало каких-либо заимствований?
Даже такие научные термины, как психология, логебанучун, биология, кенсабанучун, антропология, мардабанучун, инженерия, чартарагитучун, хирургия, вирабужичун и так далее, имеют исключительно армянский аналог, который я сейчас перечислил. Это литературный армянский. Что касается арцахского диалекта армянского языка, то в нем очень древние архаичные арменизмы, которые встречались еще в древнеармянском грабаре. Как правило, они оканчиваются на «ун». Это существительные вроде «дзукун» или «мокун». Эти окончания улетучились в ашхарабаре современном литературном армянском. Остались «дзук» и «мук», но сохранились в арцахском. Касаемо заимствований. Внимание! В арцахском диалекте нет и не было заимствований из тюркских языков. И это парадокс, так как арцахские армяне жили в гуще татар, тюркоязычных племен, определенное время. И при всем этом у арцахских армян крайне незначительное количество заимствований тюркских. Крайне незначительное. Чем, скажем, у армян донских, амшенских и ряда сел Марзов Армении. Все те слова в арцахском диалекте, которые многие считают тюркскими, азербайджанскими, это иронизмы. Иронизмы, проникшие не только в арцахский диалект, но и в азербайджанский язык. Такие слова, как чакич, мердеван, кафтар и прочее. Есть и арабизмы в лице даи, ами, сахсаламат и так далее. Объясняется просто. Меликство хамсы. Тут влияние и арабского халифата, и персидской империи. Даже тоже армянское княжество в Арцахе, меликство хамсы, имеет арабское происхождение. Мелик или малик – княжество. И хамса – пять по-арабски, в дословном переводе с арабского. Это означает пять княжеств. И нам известны они. Это Гулистан, в переводе с персидского «страна роз», Джераберт, Хачен, Варанда и Дизак. Все остальные армянского лингвистического происхождения. Так что заимствования из тюркского в арцахском диалекте равны не более 1-2%. Что касается цвета костюмов женских Арцаха и Армении, очередной бред. Красный и зеленый популярен в костюмах не только Арцаха, но и Армении. Цитирую далее. Артур Агаджанов занимается исследованием этнических корней карабахского армянского населения и выяснил, что только 10% жителей Нагорного Карабаха сейчас могут быть настоящими армянами. Остальная часть жителей – тюрки-христиане, албанцы и выходцы из Северного Кавказа. На месте нынешнего Нагорного Карабаха раньше находилось древнее государство Кавказская Албания, основное население которых составляли южно-дагестанские народы – лезгины, цахуры, рутульцы, агульцы и табасаранцы. Но что удивительно, за долгие годы существования этого государства здесь так и не образовалась единая консолидированная албанская народность. А на месте Азербайджанской республики находилась Российская империя. Следует ли из этого, что современные азербайджанцы – это потомки русских? Теперь по существу. А не тот ли это Артур Агаджанов, армянский публицист, что вдруг генетиком и историком заделался, посетивший Баку? Что-то припоминаю. Для Азербайджана он ценный экземпляр, ведь по национальности армянин. А армянин, говорящий устами азерпропаганды, наиценнейший фантом любого местного ученого Мамеда. Платформа мира, так сказать. Самый что ни есть член этой организации. Вообще, скажу вам, Азербайджанская академия наук, ее гуманитарная часть, сплошь и рядом состоит из историков-альтернативщиков.
В этой стране легко получить ученую степень. Достаточно несколько простых вещей. А. Прилететь в Баку. Б. Возложить перед камерой цветы к памятнику Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой. В. Посетить студию телевидения и рассказать то, что хотят услышать в Азербайджане. Ваша сторона. Давайте поговорим немножко о истории Кавказа и Ближнего Востока. Пожалуйста. Ну а если еще и возложить цветы шахидам и ходжалинцам, то можно стать и членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана. Так вот, господин Агаджанов и его заказчики. Арцах был и есть самой восточной частью исторической Армении. А граница между Арменией и Албанией, Кавказской, проходила по реке Кура. Иначе говоря, сегодняшний Арцах еще не весь в полном составе в материнском армянском лоне. Взгляните на старинные карты, на карты Римской империи, и все станет на свои места. Да и не странно ли вам говорить о государстве кавказоязычных лезгин, рутульцев, цахуров и прочих, говорить, если сами расположены на территории их государств? Причем тут вообще азербайджанские тюрки – дети алтайского Танры. И еще хочу поправить господина Агаджанова. Не албанцы, а албаны. Албанцы живут на Балканах, а албаны жили в Закавказье. Это так, если вы позиционируете или вас позиционируют ученым. Также, если вы уж так заботитесь о лезгинах, это я уже к Азербайджану обращаюсь, то дайте им в Азербайджане автономию, дайте возможность изучать родной язык, читать прессу на родном языке. Не нужно использовать их в качестве разменной монеты в борьбе против армян. Никто не спорит. Вполне вероятно, что в лезгинах имеется армянская кровь, а в армянах может иметься лезгинская кровь. Так это же от многовекового соседства. Вы же имеете родную кровь с туркменами? Так почему армяне не могут иметь кровь и лезгин в том числе? К тому же, подобные анализы уже проводились и в Арцахе, и в Армении, и даже с армянами далеко за пределами Армении. Армянская ДНК превалирует, и ничего выдумывать не приходится. Официальные данные открыты. В Ростове-на-Дону даже есть некая выскочка под псевдонимом Эдуард Вартанов. На самом деле его зовут Эдуард Чинчан. Вы его любите и знаете там, в Азербайджане. Так вот, и он однажды захотел заделаться генетиком, дабы угодить вам и ототарить донских армян. Но его труд вместо признания получил иск в суд. И суд он проиграл. Если кому будет интересно, могу как-нибудь продолжить эту тему и показать все бумаги, как проазербайджанские армянские ученые-альтернативщики с треском проваливают суды против их открытий. Тем более бумаги все у меня на руках, и я готов их обнародовать. И напоследок хотелось бы подытожить. На протяжении свыше 6 лет многие из вас спрашивали, как оказать помощь антитопору, внести свою лепту. Конечно, я много езжу, снимаю, делаю документальные фильмы об армянских следах, достаю какие-то исторические документы, доселе неизвестные, и оцифровываю их для того, чтобы обнародовать, и они были более известны. Деньги, конечно же, на все это нужны. Что ж, теперь у вас появилась такая возможность. Я открыл PayPal. Вы можете войти туда напрямую и перечислить ровно столько, сколько посчитаете нужным. От 1 рубля и далее. По рублю, скажем так, или по доллару, это уже будет круглая сумма. Если, конечно, это сделает каждый зритель. Но не знаю, насколько это получится, но во всяком случае вы подсказали, я дал вам такую возможность. И ссылка сейчас на экране. И, значит, в описании под этим видео.